На День міста готується безліч активностей. Не обійдеться і без національних рекордів. Цьогоріч Дніпро відзначиться аж у 4 позиціях. Детальніше про них ми поговоримо з гостею нашої студії, директоркою Асоціації рестораторів та готельєрів міста Оленою Булах. Пані Олена, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну отже, давайте, власне, про рекорди і почнемо говорити, що чекає дніпрян у ці вихідні. Ну, День города – это ж праздник, да? Мы отмечаем день рождения нашего города. А какой же день рождения без подарков? И вот уже на протяжении, будем говорить, многих лет мы каждый год что-то дарим нашему городу. Когда-то мы дарили просто гастрономические рекорды, а сейчас мы уже немножечко пошли дальше. То есть на этот день рождения город получит 4 рекорда. 2 из них будут гастрономические. Это будет самый большой сэндвич в виде быка. Мы будем складывать более 9 квадратных метров. Второй рекорд у нас будет самое большое количество закусок к пиву на одной локации, больше 120 видов, которые не повторяются абсолютно. Это гастрономическое. Согласно требованиям Национального реестра рекордов Украины, гастрономические рекорды после их фиксации должны быть съедены. Поэтому этим мы всем угостим. Обязательно. Всех присутствующих. Всех присутствующих, кому хватит. Ну, я вам скажу так, что, в принципе, сэндвича я рассчитала где-то должно хватить на 1000 человек, потому что он достаточно большой. Ну, а тарелки там уже посмотрим, то есть, ну, хотя бы 250, я думаю, мы наберем. Вот. И также в этом году есть такое, ну, оно уже как-то, знаете, вот с Нового года муссировалась вот эта вот тема. Чем же все-таки интересен наш город, да, чем вот мы не такие, как все. Мы долго искали и нашли. Оказывается, у нас самая длинная набережная в Европе. И поэтому завтра официально, это будет европейский рекорд, город официально получит статус самой длинной набережной в Европе. И это тоже подарок к Дню города от наших партнеров. И вот если говорить о расстоянии, о длине нашей набережной, давайте в цифрах, потому что общее представление. А вот больше точные цифры мы узнаем завтра от Национального реестра рекордов Украины, потому что я вам хочу сказать, что вот получить рекорд далеко не просто, даже такой. Я вам хочу сказать, что вчера где-то в часов 12 закончился технический совет, который согласовывал все это. У нас набережная состоит из 3 набережных по факту, да, то есть это набережная там Заводская, Набережная Победы, Сечеславская набережная. То есть, и вот они смотрели по Google картам. Завтра они это будут все выверять. И завтра точно вот уже представитель Национального реестра рекордов Украины четко нам скажет, что это будет и какой оно будет все-таки длины. И это официально будет занесено. Это историческая справка. У нас, конечно, есть очень много еще моментов, которые бы нам хотелось внести в историю. Ну, такое как, допустим, самый большой длинный арочный мост. Я говорю о Мирефо-Херсонском. Но здесь ситуация в том, что здесь очень щепетильная экспертиза. То есть надо смотреть арочность, когда она была сделана и так далее. То есть, возможно, к следующему дню города мы это и осилим. Но пока начнем с малого. То есть, насколько я правильно понимаю, мы имеем 2 гастрономических рекорда. Один европейский и 4-й. Но самое большое карнавальное шествие, посвященное Дню города. То есть тоже непростой рекорд. Казалось бы, ну что там, собрались, прошлись, посчитались. Сперва поели, попили. Да, но далеко не просто. То есть, в принципе, знаете, я вам хочу сказать, что регистрировать рекорды, устанавливать рекорды с каждым годом сложнее и сложнее. Когда идет большая толпа людей, а мы сейчас с вами говорим о 10 тысячах, то, что заявил город, то мы должны понимать, как мы должны посчитать. Тем более, что это разноплановая публика, это люди, которые идут разными колоннами, разными коробочками. Поэтому, в принципе, ну, завтра нам придется хорошо поработать, чтобы действительно подтвердить эту цифру. Давайте поговорим про фестиваль, который відбудеться на набережной. Оце так їжа. Да. Локация, зрозуміла. Що це насправді за фестиваль? Куди треба і в якій годині приходити? Ну, працюємо ми 2 дні, це 8 і 9. Працюємо з 10 утра і до останнього нашого гостя, до останнього клієнта. Ви знаєте, ми кожен рік виставляємо все більше і більше требувань іменно к ресторації стрітфуда. От зараз от якраз я прийшла з монтажа, там кипить робота. У нас вже доїхав Тернопіль, у нас вже доїхала Полтава, Миргород, Одеса.
То есть это реально больше 100 метров именно, вот, именно стрит-индустрии. Это люди, которые, у них есть рестораны, ну вот им интересно ездить по фестивалям, потому что я не хочу сказать, что это легкий труд, это далеко не легкий труд, но это движение, это интерес, и ты где-то что-то увидел. Есть некоторые рестораторы, которые уже оставили позади, даже некоторых рестораторов Германии и Чехии по своему мастерству приготовления мяса, рыбы и именно по подаче. Но сам фестиваль, ну, что людям нужно? Хлеба и зрелищ, да? Мы говорим о том, что хлеб мы даем путем того, что мы даем качественную ресторацию. А как же без зрелищ? В этом году мы готовились полгода к Дню города. И основная такая яркая лента через мой фестиваль – это семья, дети, папа, мама, я, дружная семья. Бабушки, дедушки, семейственность, то, что мы потихонечку теряем в какой-то период времени, когда уходим там, в современные гаджеты и так далее. То есть я возвращаю детей к тому, что надо руками ощущать мелкую моторику. Таким образом, вот мы создали там территорию, где они могут пособирать конструктор, поиграть. У меня будет замечательный интерактив «Садовые шашки». Да? У меня будет замечательный интерактив «Крестики-нолики». Большой парковый конструктор. То есть я хочу вернуть детей все-таки немножечко из гаджетов, их вынуть и вернуть все-таки к истокам. А я вам хочу сказать, что уже опробован был этот вот вариант работы с детьми. Большое удовольствие получают родители. Знаете, что говорят? Боже, какое счастье! Я смотрю на него, он играется, и у него все хорошо, и я спокоен. А когда спокоен родитель, а доволен ребенок, что нам еще нужно? Тут он съел мороженое, тут он перекусил. Все, мы создали атмосферу праздника. Есть чем заняться, есть чем развлечься, есть что покушать. Понимаю, что не совсем ваша парафия, но тем не менее, с небесной канцелярией как обстановка? Вы знаете, я всем говорю, дождя не будет. Добре, давайте тоді знову поговоримо про, власне, ті перших два рекорди. Заінтригували 125 найменований. Раки скандинавські будуть? Ну, креветки міді 100%. Причем я, знаете, этот рекорд делают же все участники нашей стрит-линии. Я вовлекла людей, говорю, вы хотите заявить о своих новинках пиву? Да, хотим. Пожалуйста, от каждой точки по 10 наименований, и вместе мы создадим большую тарелку с закусками. И вы бы видели, что началось. То есть, ну, моментально от банальных крыльев, когда я сказала, стоп, крыльев хватит, они... Лен, ты не понимаешь, у меня крылья такие, а у меня такие, а у нас такие. Ты все равно получишь разный вкус. Мясо, да, тоже есть там, допустим, и перзола, и свинина, и так далее. Но мы говорим о том, что есть такие, вот, особенно Одесса, колоритные. Цаца, барабулька, кальмарчик, там еще что-то. То есть действительно то, чего мы не готовим, да. Европейская тенденция, мини-бургеры. Мини-буритос или еще что-то, это мексиканское у нас, да? То есть вот это все мы красивенько выложим. Я думаю, что должно быть красиво. Ну, дивіться, залишилося трохи більше хвилини. Запрошуйте усіх на головні локації наших гостей і мешканців Дніпра. Мы приглашаем вас всех 8 числа, завтра в 10 часов утра мы начинаем работать. Пожалуйста, вы можете собираться, приводить себя в порядок, одевать самую красивую одежду, брать с собой пледы, все, что вам удобно, и приходить на нашу локацию, получить удовольствие от еды в релакс-зоне, а в воскресенье прийти еще и получить удовольствие от нашего концерта. У нас единственная локация, которая работает и в воскресенье. В 7 часов вечера у нас будет играть Пападюк Бенд. Поэтому все, кто хочет, можете прийти, отримати ще і ужин совместно з музикою. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам 9-го каналу нагадаю, що у нас у гостях була Олена Булах, директор Асоціації рестораторів і готельєрів міста. І говорили ми про національні рекорди, що зафіксують в суботу.